Традиционно в свой маршрутный лист при посещении того или иного района губернатор включает СРБ. Родники не стали исключением. В терапевтический корпус летом прошлого года поступила видеоэндоскопическая система. А в детской поликлинике в преддверии новогодних праздников установили новое оборудование для врача, офтальмолога и лора. Отоларинголог осматривает пациентов точно так же, как и его коллеги десятки лет назад. Под рукой металлические трубочки, знакомые всем еще с детства. С помощью нового оборудования диагностика выйдет на новый уровень. Сейчас врач учится им пользоваться на базе детской областной больницы. Как только закончит, приступит к обследованию своих пациентов. Полость носа, наличие каких-либо там патологических образований, среднюю носовую раковину, наличие полипов в носу, откуда полипы растут. Дальше проходим носоглотку, осматриваем носоглотку. И здесь имеется вот кончик подвижный. Под разным углом можно смотреть носоглотку.